А сколько вы получаете? Я шекели получаю, шекели. Ты спрашиваешь, я их отвечаю. Шекели, да, хорошо. Вслед за Чечню полыхнет и вся Россия. Очень многие считают, что да. Нет. Причин было более чем достаточно. Пикет не запрещен. Гигантский внешний долг. Банковский кризис. Приданное, полученное путем, могло свести с ума и согнуть любого. Как вернуть страну? Как помочь ей выйти из клинической смерти? Без шокотерапии, которая может окончательно угробить ее. Из любого тупика должен быть выход. Первым делом надо выбрать правильное оружие. Оставить надежных людей на ключевые посты в стране.